Перед вами увеличенная в 1000 раз альвеола легких человека, которых у него 700 миллионов. На самом деле диаметр альвеолы 0,2 миллиметра и толщина стенки 0,04 миллиметра. На поверхности альвеолы расположены кровеносные капилляры по всей поверхности. Поэтому легкие имеют красный цвет. Внутри альвеолы газы, которые образуются при дыхании. При вдохе туда идет из внешней среды кислород и азот. А из капилляров крови вытаскивается углекислота. При выдохе содержимое альвеолы удаляется. Но и при выдохе кислород, который находился внутри альвеолы, внедряется в кровь. Далее я покажу процесс дыхания в динамике, в ритме сердца. Вдох 8 секунд и выдох 8 секунд. Швах
В течение фильма обращаем внимание на то, что альвеола при полном дыхании йогов растягивается при вдохе полностью и также полностью сжимается при выдохе. Отсюда и название «полное дыхание йогов». При полном вдохе йогов легкие полностью заполняются кислородом и азотом из атмосферы и углекислым газом, который вытягивается из крови капилляров с поверхности внутрь альвеол. При полном выдохе йогов из объема альвеол в атмосферу выбрасывается 16% кислорода,
79% азота и 6% углекислого газа. И такая же по составу смесь газов внедряется под избыточным давлением 20 мм водного столба внутрь капилляров альвеол. Кислород окисляет внутри капилляров альвеол сурфактант, полиненасыщенные углеводороды. В пограничной зоне выделяется углекислый газ, и вместе с водой крови образуется жидкая угольная кислота в крови. При окислении выделяется энергия, которая заряжает отрицательным зарядом эритроциты крови. При вдохе давление в пограничной зоне падает на 20 мм водяного столба ниже атмосферного. При этом угольная кислота переходит в воду и углекислый газ, который при вдохе переходит во внутренний объем альвеол, а затем при выдохе удаляется из легких. Дыхание йогов плавное, непрерывное и без усилий, такое же спокойное, как во сне. И вдох, и выдох происходят за 8 ударов сердца. Такое дыхание дает наивысший коэффициент полезного действия. Кто дышит полным дыханием, тот живет вечно.